Нет ничего больнее, чем встретить взгляд сироты. Дети, которые особенно нуждаются в любви и внимании. В махачкалинском доме-интернате номер 4 для ребят устроили настоящий праздник с шарами, аниматорами, песнями и танцами. Акция прошла ко дню защиты детей. Подробнее расскажет мой коллега Хамза Нурмагомедов. Ему слово. Береги свою планету, ведь другой поможет ей. В этом интернате очень талантливые дети. Они могут красиво петь, сочинять стихи и зажигательно танцевать. Ребята продемонстрировали гостям свои способности. Когда утро еще не разбудит свет, тишина на свете, солнце заливает высокий лес, и на дом посидает. Праздничный вечер для ребят устроила директор строительной компании «Монолит-05» Эльмира Потахова. Помещение украсили шарами, а столы – горячей едой и сладостями. Чтобы дети лучше учились, компания подарила интернату 2 новых компьютера. Очень важно, чтобы каждый ребенок почувствовал заботу и защиту. И поэтому мы сегодня приехали в школу-интернат для того, чтобы сделать еще один день радостным и веселым для детей нашего Дагестана. Украсили вечер известные артисты, которые исполнили для ребят одни из лучших своих произведений. Вообще идея организовать сегодняшний праздник для детей, именно вот такой вечерний, когда уже все разъезжаются по домам и дети остаются одни, родилась спонтанно. Меня пригласила руководитель группы строительных компаний «Монолит-05» Эльмира Потахова. Сказала, я хочу сделать какой-нибудь подарок детям. Каким детям можно сделать? Я говорю, ну вот есть, например, сироты в интернате, которым наверняка будет очень грустно, одиноко, тем более в День защиты детей 1 июня. Давайте сделаем им сюрприз. Деток обрадовали и аниматоры с постановками из известных мультфильмов. Ребята выполняли за ними все задания. Такой праздник у них останется в памяти надолго. Для этих детей не хватает внимания. А все остальное, кушать, пить, спать, все у них есть. Вот обычное человеческое отношение, улыбка, общаться. Вот все, что это им сейчас на сегодняшний день дают наши дагестанцы. Огромное спасибо всем за мероприятие, за то, что пришли, посетили наших детей. Хамза Нурмагомедов, Салмаги Тихмаев, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала.